Всем здорово, ребят. Ну что, настало время прохождения новой локации нашей Запределья на русском сервере. Как видите, для разблокировки пройдите уровень на предыдущем уровне сложности. Соответственно, что можно сказать? Вы не имеете возможности выбирать. Режим работает два раза в неделю, насколько написано. Это сейчас мы посмотрим. И, соответственно, вы не сможете собрать все так, как вы хотели. То есть так, как я, в принципе, планировал. Плюсы, конечно, здесь дают осколки Некроса, здесь дают осколки Скитальца, ну а здесь дают 100% осколки Мэри. Вопрос, сколько этот режим будет действовать и как они будут менять постепенно героев. В любом случае, это плюс то, что есть шанс собрать каких-то недостающих героев. В общем, поехали. Сделаем два прохождения. Одно на... Ну, так, относительно топовом аккаунте с донатными героями. Второе мы сделаем с бездонатными героями на сардельке. Посмотрим разницу в силе и какие же все-таки противники у нас будут. Я надеюсь, нам не потребуется больше героев. Героев хватит с головой. Судя по тому, как я вчера бегал, то они тут не особо такие жесткие. Так, создать команду. Поехали. Вот такая вот у нас будет. Вот, первое, вот, что меня вчера интересовало, убрать. То есть выбор изменить настройки и сохранить. Вот так вот оно теперь все выглядит. Теперь все более понятно. Так, сохранить. Ну, у нас нету смотра, мы без смотра. А, вот, режим нормальный, Запределье, начальный левел. Запределье открывается на 2 ежедневных сессии каждые 2 дня. На 3 уровнях. Пройдите предыдущую, вы можете выбрать до 10 героев. Так, убит ваших героев восстанавливается, не сбрасывается во время сессии. Если герой, которого вы выбрали для прохода. Ну, в общем, здесь описание полностью всего, как это сделать. То есть в каждом есть 3 левела и надо 3 защитников победить. Также у нас есть возрождение, можно возродить за самоцветы, и также у нас есть добыча, то есть соответственно это арты. Вы имеете возможность выбирать сказочного стража. То есть, видите, один сильней 7, 2 и 6. То есть тут привязка идет к клетке. Ну, сила не сильно разнится, то есть вы имеете возможность выбора противника, которого вам будет легче пройти. Сейчас я хочу посмотреть. Так, усилители, вот они, усилители. Увеличивает крит удар на все герои в бою на 70, уменьшает получаемый урон героя в бою на 1%, увеличивает точность. Будем деф делать. Ну, они, видите, слабенькие, то есть тут без проблем это все проходится. Так, увеличивает атаку, увеличивает крит удар на 140, увеличивает точность героя в бою на 8. Ну, возьмем атаку. Так, колодец восстанавливает 50% максимального здоровья всем выжившим героям. Ну, у нас вроде все герои живы-здоровы, поехали дальше. Восстанавливает энергию всех высушенных героев. Странная энергия, это типа ремка, что ли? Не могу понять прикола насчет энергии. Но, как видите, действует непонятно насчет энергии, не знаю, усилитель, клит, удар. Вот это общее восстанавливает энергию всех выстреленных героев в бою
на 2% один раз за бой. Непонятно. Жизнь, что ли, наверное. Скорее всего, жизнь, потому что плюс 2 пошло у всех. Так, увеличивает атаку. Я буду либо атака, либо дев, как по мне, это самый оптимальный вариант. Восстановление энергии это до одного места. Да, энергия это скорее всего жизнь. Я буду брать дефный вариант. Так, 5% увеличивает атаку героя. 15 добыча. Возрождает случайного героя своим. Ну, нам возрождать героя сейчас в данном случае не надо никакого, но мы уже сюда и пошли. Так, и награды 2 осколка Некроса. Сейчас я соберу все сундуки. И мы с вами посмотрим. Так, окей. Берем щит. Забрали плюхи. Драгоценный сундук 1. Соответственно, у нас такие награды. Так, поехали на следующий левел. Значит, средний уровень. Так, есть улучшение. Поехали дальше. Ну, как видите, это легкий уровень. Здесь очень все быстро. Интересно будет на сложном посмотреть. А вот донатные уже. Вражеский огник, Фрея. 180-го левела. Ну, конечно, они... Ну, для бездоната это реально жестко будет на втором левеле. Фига себе там огники Фрея. Не все так просто, оказывается, ребят. У меня огника слили. Так, хорошо, если я сделаю вот так. Отлично, я восстановил всех своих героев. Ну, 600 самого это тоже немало. Вот, есть уже вольт донатный. Рейка. А, на третьего я не могу пойти. Ну, пойдем на этого, значит. Питомца первого левела. Ну, такое, здесь попроще. Но там, конечно, у нас такой нехилый был противник. Тут уже пошли вторые эволюции, 190 левела. Но без донатов тут будет сложно. Сейчас посмотрим, или есть привязка к силе. Будем пока по максимуму деф и искать мелкие пачки. Разруха. Так, вот опять огник. Зефир. Давайте ради интереса на этого нападем. Но они здесь без прорывов. То есть они не настолько проблемные, но без доната, смотрите, мои тоже приседают. Причем хорошо, хоть у меня прорыв есть. Вот у меня сейчас опять кого-то сольет. Все-таки не так все просто, как казалось. А я надеялся на то, что здесь без донатов будет больше шанс собрать. Но опять же, как вам повезет, у меня тут и сила. Сейчас посмотрим, что у нас на сардельке будет. Какой вариант. Но видите, просто жесть. Не все так просто, ребят. Я представляю, что будет на хай-левелах. Но здесь я не могу их убить. Я проиграл. Давайте еще раз восстановим. Ну, видите, плюс.
то, что у вражеских, ну, соперника остаются частично герои. Ну, смотрите, Фрейя там их разбирает просто. Это просто пипец. Я их не могу пройти, у меня прорывы, и я их не могу пройти. Что за бред? Офигеть. Вот вам первый прикол в локации. Не знаю. Это просто печально, как по мне. Это, конечно, русский на английском, мне там проще будет, там топовые прокачки, здесь прокачек особо таких-то нету, но все же. Мы Фрейю вообще слить не можем. И миссаем. Сколько там уклонений, я не знаю. Жесть. Да, я представляю, если без донатов та же самая хрень. Так здесь с донатными героями ты просто ни хрена не можешь сделать. Офигеть. Это действительно, ребят, офигеть. То есть, соответственно, я дальше двигаться, ну, никак не смогу. Мне надо только убить, только эту пачку пройти получается. Давайте еще раз рейснем. Попробуем, уберем Махатму. Поставим сюда Розу. Пусть будет смотр. Да, ну это, конечно, жесть. Если мы сейчас не пройдем, значит, не все так просто. Ребят, начальный уровень. Это начальный левел еще. Так, Фрейю вроде разобрали вражескую. Остался у нас здесь. А он с маской, офигеть. Вот как его пройти? Вот нормальные они, красавчики, с маскировкой Зефира добавили. Без огненки тут нифига не сделаешь, поэтому вариант только избегать Зефиров. Ну все, я тут его не пройду, я его не успею просто убить. То есть для меня эта локация уже непроходима. Да... Единственный вариант — это только собирать героев с огненкой, с отражалками. Печально. Очень печально, очень-очень, даже очень. Один Зефир, сказочный страж. Это просто бред. Тут что хочешь, то и делай. Вот нету у тебя отражалок. И команду ты уже поменять тоже не можешь. То есть, соответственно... ты нифига сделать не можешь. Ты просто стоишь в ступоре. Придется ждать либо суток новых, оставшееся время один день за пределы средний уровень. Обновить я никак не могу. Все. На этих героях сейчас оглянули, есть отражалки, но это все равно не спасет. То есть надо, если вы видите Зефира, иметь героев
с огниками. Да уж. IGG. Знаю, есть у меня тут огненьки, нету. Ну тут огненок даже толком нету. Еще вариант есть, конечно, недомогание, но опять же, оно не особо спасет. Сейчас просто ради интереса повыставляю эмблемы овненьки, какие есть. Посмотреть хотя бы. Есть ли шанс? Лабиринт. Печаль, печаль, ребят. Это, конечно, жесть. Так, Роза, его поставим, ставим Дрейка, у него хоть есть отражалка. Ну, идем ради интереса, проверим хотя бы, сольется он на отражалку. Ну, тут, конечно, это не те отражалки, которые нужны. То есть, соответственно, если вы видите Зефира здесь, рассчитываете на то, что у него будет дохренище отражение. Точнее, маскировка, и вам надо дохренище отражалки. Все. Вот так вот, ребятушки, прошел наш тест для донатных героев. Конечно, интересно, что будет на следующих левелах. Соответственно, никакой кнопки завершить бой тоже нет. Только выход с игры. Так, давайте попробуем сейчас с вами. Заскочу на сардельку. Попробуем просто сардельки пофармить. Интересно просто оттуда зайти и посмотреть, какие же там будут противники и докуда мы сможем дойти нашим составом. Я возьму таких своих самых жестких героев. Кажется, тут даже всех бессмысленно выбирать. Вау, первый левел прошли, ребят. Может, не все так плохо. Наверное, надо ставить все-таки восстановление энергии.
второй. Ну, энергию вы можете увидеть сбоку у себя. Четвертое, ну вроде попроще. Ну не, вот вольт уже есть донатный. Ну лавел сам небольшой, шансы у нас довольно-таки неплохие. Ну, однозначно надо брать ворожая сюда, чтобы у вас энергия восстанавливалась. Потому что вас будут шатать. 154-й, да. Пока налегке проходим. То есть привязка к силе однозначно есть. И тут у нас легкие противники. То есть мелким левелам, без доната, у кого не раскачана хорошо сила, здесь в принципе нормально будет. Драгоценный сундук получили, поехали на средний уровень. Да, обломиська у нас. Но вот тут уже будичи на среднем, тут уже посерьезней. Это я вам скажу, здесь посложней. Ну, вроде пока держимся. Вон ворожей, землеройка, новые супер пэты. А вот смотрите, вот есть вообще по два героя. Отлично, то есть надо всегда чекать. Так, восстановление, феникс, оккультист. Короче, как повезет, стрелок, но без проблем. Намного легче, чем на раскачанной силе. Соответственно, что можно сказать? У кого большая сила, готовьтесь. Вам будет веселей. Ну, я так экспромтом пошел. То есть, я не расставляю. Ну, смотрите. Пока. Тьфу-тьфу. Поэтому здесь точно так же, как и в этом, сила. Так, самое главное, чтобы у нас землеройку не слили. Потому что у нас все основано на землеройке. Тихо, 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 не бей. Без проблем дошли дальше, чем основы. Так, Асура. Этого. О, вторые эволюции пошли. Но вторые эволюции нам не сильно страшны. У нас есть Фрея. Пока держимся, ребят. Так, Фоба. И остальные. Ну, без проблем. Второй мы проходим. Так, и у нас кто-то умер. Или Ройка умер. Ну, как видите, на второй левел перешли без проблем. Радует. Хрен знает, куда лучше заходить. Хорошо, что они некоторые еще не ремочные, то мы еще здесь более-менее чуть-чуть можем тащить. Так, нам надо как-то резнуть землеройку. Сам никого у нас нет, но возможность, шанс пройти, ребят, есть. То есть не все так просто. Как видите, героев менять нельзя, поэтому перед выбором героев определитесь заранее с талантами и со всем остальным. Такс. Я думаю, тут нас мы далеко не зайдем.
Но пока держимся. Рай однозначно плюс. Ну, не сильно сильные противники, смотрите. Без проблем, пока проходим. Так, треснули у нас землеройку. Попробуем обратно с землеройкой. То есть мы без проблем на своей силе здесь зафармили. То есть сказать, что локация для донатов нет. У вас должно быть мало силы. Донаты здесь плачут. В этом плане IDG красавчики. Ну что, мы затащим, как думаете? Ну, поехали. А, в принципе, должны. Без проблем. Вообще без проблем затащили. Драгоценный сундук. Все. Все три уровня за пределами сделали. Соответственно, сосите лапку, они хотели сказать. Все. Дальше следующий левел, ребят. Вот такой вот гайдик. Пишите комменты, ставьте лайки и ждите новых видосиков. Будем пробовать с вами дальше проходить. Ну, начало некроса у нас уже есть, это радует. Смотрим, что мы получим. Смотрите, отлично, вообще огонь. Вообще пойдет. Пешки с эмблемами третьего левела. Ну, я считаю, это тоже довольно-таки неплохой подгон и подарок. Чем вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.